тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Программа наша все. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все. Всем привет! Сегодня очередной понедельник, и с вами программа «Наше все». И как обычно, первый день недели встречают с вами ведущие Андрей Козицкий и Анна Матвияс. Сегодня мы сделаем все, чтобы опровергнуть поговорку, что понедельник – день тяжелый. Тут главное – хорошая компания, и тогда что понедельник, что пятница будут однозначно хорошими. Ну, Ань, с этим не поспоришь. И, кстати, вот поговорку про понедельник опровергают и ученые даже. По их мнению, самый тяжелый день недели не понедельник. Это как? Ну, вот сама подумай, понедельник идет сразу после выходных. И сил после отдыха, ну, прям предостаточно. Вторник, ну, тоже еще, знаешь, сохраняется сила. А вот среда как раз-таки самый утомительный день недели. Силы после прежних выходных кончились, а следующие выходные еще не скоро. А как же четверг и пятница? Ну, там уже люди на энтузиазме, знаешь, вот вроде того, что четверг – это маленькая пятница, и все в таком духе. Тогда прямо сейчас начинаем заряжать вас энтузиазмом, позитивом и бодростью, чтобы до конца недели хватило. Это программа «Наше все». Поехали! Смотрите сегодня в программе «Наше все». Сделал дело, отдыхай смело. Где купить лучший инвентарь для дачи и чем обустроить участок для развлечений, посоветуем. Время гироскутеров прошло, на смену пришла новая модная игрушка – спиннер. С нашим дизайнером сделаем. Как обстоят дела с экологией в городе, мнение горожан спросим. Если хочешь быть здоров, внимательно смотри по сторонам, когда переходишь дорогу. О правилах дорожного движения для школьников напомним. Партнер программы – оптово-розничный магазин канцтоваров «Бандум». Все необходимое в одном месте. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б, телефон 37-80-45. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Вот оно, долгожданное лето. Ты уже расчехлил свои шлепанцы, как и обещал. Ну а как же, знаешь, вот 1 июня вот я их и достал. Я же, знаешь, пунктуальный. Сказано в календаре лето, я одет по-летнему, и не важно, что на улице прохладно. А я все-таки одеваюсь по погоде. Надеюсь, лето порадует погодой. Все-таки, знаешь, шлепанцы, они, знаешь, вот создают такое вот легкое отпускное настроение. Там, знаешь, на недельку, до второго, там, я уеду. Комарова, да? Да, знаешь, хотя бы в деревню, вот, к дедушке. Полежать, отдохнуть на свежем воздухе. Самое главное, знаешь, вот ловить вот лучи природы. Лучики позитива. Лучики позитива. В принципе, деревня неплохой вариант. Но я все-таки за комфортный отдых. И чтобы глаз радовало, тоже неплохо. Ну, в наше время, знаешь, Ань, это не проблема. Комфортно заниматься садоводством – это не проблема. А еще летом мне очень нравится плетеная мебель. Шезлонги разные, чтобы позагорать. Красиво и удобно обставить участок, тоже, знаешь ли, непросто. Ну, согласен, что это непростая задача. И вот я, между прочим, даже знаю, где вот это вот все купить. Ну, тогда рассказывай. Рассказываем и показываем прямо сейчас. Торгово-розничная база «Евразия» – место, где каждый садовод найдет желаемый инвентарь. Тяпки, бочки, навесы, газовые горелки и плиты. Привыкли работать на даче? Перчатки – незаменимый атрибут. Прорезиненные, марлевые и даже с принтом, чтобы подчеркнуть индивидуальность дамы и усилить рабочий пыл. Мужчинам по нраву придутся опрыскиватели, которые можно надеть на спину. Если же дача для вас место отдыха, переносные беседки, качели, походные наборы и стулья в природный интерьер. Прямо на участке можно установить бассейн, а рядом красивый зонт и шезлонг. Если цветы растут по всему дачному участку, соберите из них натюрморт и пересадите в горшки. Порадует глаз и преобразят участок висящие кашпо. Торгово-розничная база «Евразия» облегчит труд и превратит дачные хлопоты в приятный отдых. Улица Резервная, 17. Время работы с 9 утра и до 6 часов вечера. Без обеда и выходных. Аня, вот как думаешь, почему Инстаграм у нас вот сейчас вот такой популярный? Вот именно Инстаграм. Мне кажется, потому что он очень прост в использовании. Там и дети сидят, и пенсионеры.
как очередь в ЖЭКе. Вот, все-таки, знаешь, Ань, дам колоссальное количество информации. Вот, некоторое, конечно, раздражает, а некоторое очень полезное. Вот знаешь, Андрей, можно найти полезное, ну и всякую ерунду тоже можно там встретить. Тут главное подписываться на интересные аккаунты. Вот это вот, знаешь, вот в точку. Вот, листал я одну ленту и наткнулся на такой аккаунт. Оказывается, у нас в Уссурийске организован интернет-аукцион, который как раз-таки проходит в Инстаграме. Вот, адрес этого Инстаграм-профиля собака аукцион нижнее подчеркивание фо нижнее подчеркивание animals. Вот, аукцион для животных. Вот, я подписался на этот аккаунт, могу тебе немножечко показать. Там что, продают древности? А, нет, вот аукцион благотворительный и создан он, знаешь, в помощь приюту «Надежда». Mm-hmm. Жители города могут пожертвовать аукциону любую вещь, услугу или предложение. Фото выставляется в Инстаграм-аккаунте, ну и, знаешь, проводится аукцион. Тот, кто больше дал, тот и получит, ну, получит лот. Вот, а вся выручка идет на нужды приюта. Ну, это отличное, благое дело. Организаторы молодцы. Ну, знаешь, Аня, я вот даже решил, знаешь, так подумал, решил отдать аукцион на часы. Так что, дорогие зрители, подписываемся на профиль, который указан на экране, заходим, покупаем лоты. Вот. А в конце месяца мы навестим ребят и узнаем о результатах этой идеи. Здравствуйте, меня зовут Александра, я волонтер фонда помощи животным «Надежда». Сегодня я пришла познакомить вас с нашим пончиком. Это вот такой вот большой взрослый кот. Мы нашли его на улице, он был в ужасном состоянии. У него было кожное заболевание, проблемы с глазом и ко всему этому еще и простуда. Когда кошки подхватывают эту болезнь, у них начинается все с раздражения кожи. То есть у них очень чешется все тело, они не спят, у них сильный зуд, они не могут есть, пить. В итоге они умирают от истощения, обезвоживания. И если вовремя не начать лечить, все может прийти к летальному исходу. Поэтому девушка, которая нашла ее, она нам позвонила и просила, чтобы мы его забрали. Но мы не могли мимо него пройти, и было решено забирать его в срочном порядке с улицы. Мы лечили его несколько месяцев, Лена даже не надеялась, что может его спасти, но продолжала лечение, и вот такой вот он вот сейчас. Он быстро адаптировался к новому месту, он очень ласковый, очень, как сказать, любопытный. То есть как только его вылечили и перевели в комнату с другими кошками, он не воевал, не метил территорию, ничего, просто начал общаться с другими котами, все рассматривать, все смотреть. У нашего пончика есть небольшая особенность, у него заплывший глазик. Мы думаем, что, скорее всего, его кто-то ударил, пнул, неважно что, но суть в том, что это, скорее всего, от рук человека. Но ему это совершенно не мешает, оба глаза отлично видят, он носится по дому, как молодой котенок. Он очень игривый, любвеобильный, ласковый, дружелюбный. Все эти слова – это про нашего пончика. Вы можете взять его в семью с маленькими детьми, он никогда не поцарапает, не укусит, он играется без когтей, то есть просто подушечкой лапы бьет, если играет, и все. Но он, конечно, не молодой кот, ему около 5, может быть, чуть больше лет, но я думаю, это не помешает найти ему семью, потому что, допустим, у меня кошка живет уже почти 20 лет. Поэтому можно сказать, что он еще в самом расцвете сил, и его можно забирать скорее к себе в семью. Если вы решили забрать нашего пончика себе домой и подарить ему любовь и ласку, то звоните по номерам телефонов, которые вы видите на экране, либо пишите нам в Инстаграме, в Дайрект. Мы ответим на все ваши вопросы. Также вы можете приехать и познакомиться с этой плюшевой подушечкой, потому что он очень мягкий и обнимательный. Уже завтра день рождения. Кого бы ты думал, Андрей? Кого? Твой день рождения? День рождения Анны Матвиас? Чей день рождения, например? Нет, Андрей. День рождения Александра Сергеевича... Матвиас! Нет? Такого нет. Есть Александр Сергеевич Пушкин. Ну, знаешь, вот этот день вот точно нужно будет отпраздновать. Ведь, знаешь, Пушкин, он как наша программа. То есть, ну, знаешь, прям Пушкин-то наше все.
Но это только завтра. А вот что было сегодня, но несколько лет назад, расскажем прямо сейчас. Июня 2016 года прошли соревнования силовых структур в рамках 27-го Олимпийского дня. 8 команд соревновались в таких видах, как плавание, стрельба, военизированное прохождение полосы препятствий, легкая атлетика, стритбол, пляжный волейбол, мини-футбол, кроссфит, перетягивание каната. Ты представляешь, вот они, вообще вот этих вот ребят, одной левой и пострелял, и полосу правой ногой прошел, понимаешь, вот такие вот люди. Ну с такими защитниками ничего не страшно. А кто же победил? Ну, знаешь, Ань, по итогам жаркой борьбы лучшей стала команда 70-й отдельной мотострелковой бригады. Серебро завоевала команда 59-й мотострелковой бригады, а бронзу команда 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. А вот в 2012 году в этот день прошел джип-триал. Лучшее место для любителей внедорожной езды – там, где больше грязи. В очередной раз подтвердили джиперы Уссурийска, Артема, Владивостока и Находки. Они собрались на бывшем карьере под селом Утесное, чтобы проверить собственную смелость и мощность своих авто. Вот ты бы хотел так погонять? В грязи, ну, на мощной машине. Ну, знаешь, погонять, конечно, хотел, а вот, знаешь, мыть машину после этого не особо хочется. И, кстати, тогда же открылся впервые наш любимый ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина». Два дня здесь проходил праздник, который был приурочен к Дню защиты детей. Праздновали целых два дня, еще раз повторюсь, два, как римские цифры, это пять, а так два дня. На Большой Поляне развернулись дружинные бои. В состав команды вошли дети, их мамы и папы. Русские народные забавы, такие как прыжки в мешках и интеллектуальные викторины, которые были уже без мешков. Ты понимаешь, что в мешке интеллектуальные викторины? Я это понимаю. Вот. С тех пор Изумрудная долина, конечно, изменилась. Открылись еще разные деревни разных эпох, обзавелись резиденцией Деда Мороза. А вот во Владивостоке 5 июня 2015 году на спортивной набережной уличный кинотеатр открыл новый сезон. Перед показом выступили музыкальные коллективы Cool Coral, Street Sound и приморская группа Wasabi. Первым фильмом, который горожане посмотрели под открытым небом, в этом году стала биографическая спортивная драма «Человек, который изменил все» с красавчиком Брэдом Питтом. Ну, конечно, не с таким красавчиком, как я, да, но Брэд Питт тоже красавчик. В общем, дорогие друзья, вот такие вот события произошли в этот день. Наверняка фильмы под открытым небом подняли настроение жителей Владивостока. А вот настроение уссурийцев мы узнаем прямо сейчас. А 2017-го? Хорошей стипендии жду от 2017 года. Хорошо, где учитесь, если не секрет? ПГСХ. ПГСХ, на каком факультете? Ветеринария. Ветеринария. Как считаете, можно ли закончить наше время институт с красным дипломом? Конечно, можно. Хорошо, и что можете пожелать нашим телезрителям? Ну, удачи, любви, всего самого лучшего. Да я даже не знаю, чего я жду хорошего, это, наверное, сессию закрыть и практику неплохо закончить. Да и все, в принципе. Что можете пожелать жителям нашего города? Что могу пожелать? Счастья, здоровья, все как обычно, всех благ. Ну, я хочу найти нормальную работу, сейчас я ее активно ищу. У меня есть прекрасная девушка, и, ну, я не знаю, жду от правительства нормальных законов. Хорошо. В какой-то мере. Что можете пожелать нашим горожанам? Любви, удачи, хорошего настроения. Там, не знаю, опять же, прибыльной работы, почему бы и нет. Ой, хорошего много чего происходит. Сессия скоро, это же тоже хорошо. 2017 год, море, лето. Думали уже, на каком море будете отдыхать? На японском. В японском? В японском. Хорошо. И что можете пожелать жителям нашего города? Счастья, любви, удачи, благополучия. Ань, скажи, вот ты любишь животных? Конечно, люблю. Я люблю крупных животных, например, тигров. Ну, знаешь, я вот тоже вот люблю тигров, но, ну, не прям, что прям я от них без ума, готов себе ходить на свидание, там, жить вместе, но тоже, знаешь, они мне нравятся. И, знаешь, очень радует, что у нас рядом с городом есть зоопарк, где можно увидеть
постояльцев, которых, ну, в природе вот просто так вот не встретишь. Ну, с некоторыми экземплярами в природе лучше не встречаться. Лучше уж, правда, посетить зоопарк, я вот там была. Мне больше всего нравится кормить животных. Покупаешь ведерко с овощами, и кормишь, кого разрешено. Вот, Аня, именно для таких любителей наш конкурс сегодня. Потому что приз на сегодня – это пригласительный в зоопарк чудесный. Вот такие вот замечательные пригласительные. А вопрос по традиции исторический. 5 июня 1783 года состоялся первый полет на воздушном шаре. Все знают, что создали его братья Монгольфье. Вот. Но первый полет оказался беспилотным или беспассажирным. А вот 21 ноября того же года все же нашлись герои, которые пролетели все-таки на изобретение братьев. И от вас нам нужны имена и фамилии этих первых воздухоплавателей. Подсказываем, их было двое. Напоминаем, ответ присылаем на номер, который видите на экране. И, как всегда, от вас смс-сообщение или сообщение в WhatsApp. Звонки мы не принимаем. Отвечайте правильно, получайте приз и сходите в зоопарк. Оно того стоит. Оно того точно стоит. Безумно стоит. На 100% стоит. Здравствуйте. Хитом 2017 года стал так называемый хэнд-спиннер или хэнд-фиджет. Это антистресс-вертушка. Или, если говорить по-другому, то юла, только ручная. В последнее время он набирает большую популярность как у школьников, так и у взрослых людей. Поэтому сегодня я покажу, как можно сделать спиннер своими руками без использования подшипника. Для этого нам понадобится ножницы, иголка, зубочистки, спица, клей и также бумага для черчения, на котором я заранее распечатала 4 шаблона. Оформлять мы наш спиннер будем цветными ручками, самоклеящимися стразами и фоамираном. И также понадобятся еще колечки. Для начала вырезаем шаблоны. Шаблоны я нашла в интернете. Есть большое количество шаблонов, но я взяла классические. Теперь склеиваем 3 основных шаблона, а из 4 кружочка делаем 2. Далее с помощью иглы делаем в основном нашем шаблоне отверстие с одной и с другой стороны. То же самое мы проделаем с нашими кружочками. Затем с помощью спицы мы расширяем наш основной шаблон, а кружочки мы расширяем с помощью зубочистки. Декодируем наши кружки с помощью фоамирана. Заранее я вырезала кружочки. Пока наши кружочки высыхают, приступаем к оформлению спиннера. С другой стороны я нарисую полоски. Теперь делаем ось. Для этого от зубочистки отрезаем 1 сантиметр. Наверх мы одеваем спиннер, затем снова колечко. Можно и не использовать колечки, но благодаря им наш спиннер будет крутиться еще быстрее, то есть он будет выполнять роль подшипника. Вот такая игрушка антистресс у нас получилась. We'll be right back.
знаешь, вот был в моей жизни случай, который вот прям без смеха вот и не вспомнишь. Ну давай рассказывай, какой. Ну знаешь, я был студентом, искал работу, наткнулся на объявление и, как обычно, знаешь, заполнил анкету. Ну прям стандартно вот все. Ну пока ничего необычного. Ну вот подожди, вот женщина, которая принимала анкету, сказала, что директор увлекается астрологией и принимает работников, исходя из их гороскопа. Серьезно? Ну да, я, конечно, не очень-то поверил. Заполнил, забыл, нашел другую работу. И через полгода раздается звонок и спрашивает: вы Андрей? И я говорю, ну как бы да. Мне говорят, заполняли анкету вот на такую должность, не буду говорить, на какую. А, ну я говорю, ну да, что это было полгода назад. Мне отвечает: вот я знаю, но только сейчас у вас звезды сошлись правильно, чтобы принять вас на данную должность. Понимаешь? Ну, очень смешно. Это, надеюсь, не... Это в пельменной. Лепщик пельменей в пельменной. В любой просто. Вот. Поэтому я предлагаю рассказать гороскоп вот для всех знаков. И, может быть, знаешь, у кого-то звезды сегодня тоже сойдутся так, что его спустя полгода либо год примут на работу. Овен, в этот день все удастся, если вы проявите творческую активность. Усваиваются новые знания, а вот с перееданием поосторожнее. Многих овнов будут отличать острое восприятие действительности, сообразительность и находчивость. Телец. Удачное время для деловых операций, которые связаны с риском. Хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. В окружении могут произойти перемены. Появление новых людей позволит участвовать в новых аспектах. Близнецы, не обращайте внимания на мелкие неприятности. Пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями. Рак, возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями. В тишине и в таком, знаете, легком одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо. Лев, вероятно, поступление неожиданных новостей или приход незваных гостей. Гороскоп на сегодня говорит, что следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Так ваше вдохновение и честолюбие – готовность преодолеть любые трудности. Дева, уединение и общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные эмоции. Так что займитесь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка. Прогуляйтесь на природе или почитайте хорошую книгу. Весы. Любимый человек может вдохновлять вас на необычные поступки. Каждое свидание с любимым станет незабываемым. Не забывайте постоянно напоминать вашей половинке о своих чувствах нежными словами и подарками. Главное – подарками. Хотя нет, главное – словами, Аня. Вот. Скорпион. Сегодня благоприятные расширения дела, аренда и ремонт офиса. А вот поступки этого дня могут быть непредсказуемы. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка будут иметь в вашей жизни большое значение. Стрелец. Многие стрельцы решат проблемы, связанные с прошлыми обязательствами, с партнерами и прежней работой. Следите за своим финансовым положением. Экономия должна быть экономной. Сегодня козероги могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то все обязательно получится. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома. Водолей, вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. При этом интуиция многих водолеев поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения. Ну и, наконец, рыбы. Многим наверняка захочется обновить свой гардероб. Вы станете обращать больше внимания на свою внешность. Неплохая пора для проведения косметических процедур, походов в парикмахерскую и других вот таких, знаешь, спа-увлажняющих процедур. Вот, в общем, ухаживайте за собой. Вот такой вот он, дорогие друзья, гороскоп на сегодня. Ну, а вы не переключайтесь. Первая часть нашей программы закончена. Но вторая будет не менее интересной. Спросим у жителей, как, по их мнению, обстоят дела с экологией в нашем городе. Расскажем, как научить правилам дорожного движения маленьких пешеходов. Ну и, конечно же, расскажем, какой фильм вас ждет сегодня вечером. А пока вы смотрите рекламу, мы с Андреем попьем водички Арон. Она отлично восстанавливает силы. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, наше все дальше еще интереснее. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все.
И снова здравствуйте! Развлекательно-познавательное наше все опять с вами. Андрей Козицкий и Анна Матвеяс тоже. Мы попили водички, восстановили силы и готовы заряжать вас энергией. Ань, вот как ты считаешь, вот наш город чистый или, знаешь, вот в экологическом плане у нас печаль? Как думаешь? Я думаю, что он все-таки чистый. Молодец. А я вот тоже думаю, что у нас не все так плохо. Ну, знаешь, конечно, не идеально, но все-таки, как в больших городах, вот то бедствие, оно нам точно не грозит. Ну да, это с чем сравнить? Ну да, вот этот же вопрос об экологии я задал уссурийцам, и смотри, какие ответы я получил. А ответы очень и очень какие интересные. Как считаешь, вот можно ли считать наш город экологически чистым? Да, можно. Почему так считаешь? Ну, тут много зелени, как бы, но он более, так сказать, ну, свежий, не знаю. Хорошо. А вот какие города в России ты еще можешь отнести к экологически чистым? Ой, ну, даже не знаю. Ну, какие-нибудь города, которые, скорее всего, где-то вне центра, не знаю. Ну, есть пара мест, которые загрязнены, но в ближайшее время их очищают. И город, я считаю, экологически чистым. Хорошо, а вот какие города в России ты еще можешь отнести к экологически чистым? Какие у нас еще экологически чистые города есть? Ну, а что к ним относится? То, что... Ну, вот какие города ты считаешь, по твоему мнению, наименее загрязнены в России? Владивосток? Я считаю, что да, потому что я был в многих городах, и... Ну, там не как здесь, там мало зелени, там много вышек больших. Ну, вообще никак. Хорошо, нужно ли сохранять экологию города? Конечно. Особенно, как уже сказали, чтобы люди не мусорили или хотя бы убирали за собой. Но я считаю, что Уссурийск – экологически чистый город. Мы вот 4 года назад переехали по долгу службы, служили в Бурятии, в Улан-Удэ, республиканский город. Но там зелени очень мало, там в основном пески. А здесь, в Уссурийске, столько зелени, такая чистота. Мне вот я когда к дочери приехала в 2003 году, мне так понравился город. И мы, хотя корни наши на западе, и мы решили приехать сюда. Вот такие ответы жителей мы получили. Но, Андрей, не все так просто. Ну, конечно, вот я нашел информацию о экологически неблагоприятных городах России. И нашего города там нет. Ну, правда, попали наши соседи Владивосток. Они на 45-м месте. Это неудивительно. Все-таки Владивосток намного больше Уссурийска. И по количеству машин их там тоже очень много. Да. Ну, а чтобы и дальше не попадать в этот грустный список, ну, надо просто соблюдать элементарные правила. Мусор бросать, например, в урну. Вот. Тогда город точно станет чище. Но вот хочется не только чище, но и безопаснее. Ну да, согласен. Летние каникулы уже начались, и детей на улицах стало намного больше. Ощущение, что их держали где-то в загонах, и тут под крыльями. Да-да-да-да-да, маленькие такие вот сети. Мороженое, мороженое, купи тебе. Вот, а значит, детей стало больше, а значит, их стало больше и на дорогах. Вот. Как классно прокатиться летом на велике. Самокате или роликах. И дети этим и занимаются. Да. Вот главное, знаешь, Аня, делать это безопасно. Вот, как научить детей правилам дорожного движения, мы расскажем в нашем следующем видео, поэтому смотрим внимательно. Лето – время велосипедов, скейтов и роликов. Чтобы каникулы не омрачила встреча с автомобилем, необходимо знать и соблюдать правила. За 5 месяцев текущего года на территории Уссурийского городского округа зарегистрировано уже 17 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16-летнего возраста, где 20 детей получили травмы различной степени тяжести. Круглый год инспекторы проводят работы с ребятами в детских садах и школах. Главный пример, конечно, это их родители. Правила дорожного движения вообще это своеобразный этикет поведения и на дороге, и на тротуарах. Касается он не только водителей, но и пешеходов. Семен парень очень активный, он сам катается только здесь, под нашим присмотром. То есть выставлена скорость на велосипеде, чтобы он сильно не разгонялся. Проведена беседа, что не нужно сбивать пешеходов. К маленьким внимательно относиться, к детям, которые не могут сами контролировать ситуацию. Ну, в таком плане. Экипировать юного велосипедиста тоже нужно правильно. Смягчит последствия встречи с асфальтом, помогут шлем, налокотники и наколенники. А главное – знание правил и осторожность.
Мы зашли в магазин, было два варианта, померили, чтобы плотно сидело на голове, чтобы регулировался ремешок, чтобы шлем был хорошо зафиксирован конкретно на голове нашего ребенка. Я, конечно, катаюсь по правилам дорожного движения, соблюдаю их. Ну, например, когда, если направо повернуть, надо руку сделать, ну, прямо просто. Если налево, руку надо согнуть. Совсем юных пешеходов и велосипедистов правилам ПДД нужно заинтересовать. Например, рассказать их в стихах и песенках. А на какой цвет нужно переходить дорогу? На зеленый только, а не красный. На красный будет плохо. И может уйти себе договор, а вас за машинами. Да. Красный очень строгий, сед укрепляешь в траве. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно путь. Главное, помните, безопасность детей прежде всего это ваш личный пример. Завершить отличный день поможет хороший фильм. Но внимание, сегодня время фильма изменилось. Сегодня начало в 21:00. Ну хорошо, Ань, а какой фильм? «Таможня дает добро». Это для тех, кто любит, дорогие друзья, французское кино, потому что фильм очень интересный. Отец воспитывал бельгийца Рубена ван де Ворда в духе патриотизма. Он работает таможником на французской границе, где из-за его притира к лягушатникам скапливаются километровые пробки. Ночами ван де Ворда переносит приграничные столбы на несколько метров вглубь французской территории. Патриот с ужасом ожидает 1 января 1993 года, когда по Шенгенскому соглашению граница откроется и орды французских захватчиков накроют страну. Своей франкофобией ван дер Ворде снискал дурную славу у коллег с обеих сторон границы, в то время как французскому таможнику Матиасу Дюкателю необходимо заручиться поддержкой бельгийца. Дюкатель год тайно встречается с сестрой Рубена Луизой, которую родственники готовы отдать только за бельгийца, желательно валона-фламандца. А Матиас довольно вызывается в напарники ван дер Ворде только образованный мобильный отряд франко-бельгийской таможни. Пограничникам на древнем Рено противостоит местный наркодилец Дюваль. Смотрите «Таможня дает добро» в 21:00 на нашем канале. Вы станете символом будущего Европы. Полный пипец. Матю, что ты творишь с моим братом? Пытаюсь с ним подружиться. Я тебя проучу, подлюка сраная! Про фильм мы рассказали, а вот про историю города вы узнаете в следующей рубрике. Уже не первое столетие Чехия славится своим курортом в Карловых Варах, где находится 13 источников минеральной воды, которые отличаются температурой или содержанием углекислого газа. И считается, что именно там была придумана вот так называемая курортная кружка, которая стала символичным предметом всех водных санаториев. Представляет она собой приплюснутый сосуд с ручкой полой, которая используется так же, как носик, и приплюснутый носик. Считается, что изобрели такую кружку именно в целях гигиены, хотя это не оправдывает эту версию. Вторая версия, что кружкой этой могли пользоваться для того, чтобы вода лечебная попадала сразу в рот, не затрагивала эмаль, потому что вредные вещества, которые находятся в природной газировке, они не разрушают эмаль. И третья версия, которая сохраняется по сей день, считается, что пить можно с этой кружкой только маленькими глоточками, и это гораздо полезнее. И такие кружки сейчас не продаются массово, они тоже либо у людей в коллекциях есть, либо у нас вот в музее есть такие предметы. И поскольку это время относится ко времени нашего пионерского детства, поэтому, пользуясь возможностью, хочу сказать, что у нас есть всевозможные мастер-классы, у нас есть всевозможные игры для детей, которые мы проводим, и можно и прийти, и потрогать, окунуться в эту эпоху, и ощутить вот то время с пионерским движением, которое было раньше. Вот и все, дорогие друзья, время программы пролетело незаметно. Ищите нас в соцсетях и подписывайтесь на наши аккаунты. Делайте добро и помогайте братьям нашим меньшим.
Участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы. И главное, соблюдайте правила дорожного движения и научите этому своих детей. Завтра эстафету принимает Виктория Сарада, а Андрей остается с вами. А сегодня с вами были Андрей Козицкий и Анна Матвиас. На этом все. Наше все. Партнер программы – оптово-розничный магазин канцтоваров «Бандум». Все необходимое в одном месте. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б, телефон 37-80-45. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.